Привет, прогрессивный народ. Это небольшой обзор оперативной памяти DDR3. Решил я ее снять, пока компьютер не установил. Интересна она тем, что размер у нее, высота укороченная. Мне это не нравится, потому что вот стандартный размер. Удобнее хватать, держать, вставлять, снимать. Берешь вот так и нормально вставляешь. Еще, мне кажется, покрепче получается конструкция. Больше пластик, и при изгибе меньше вероятность, что отлетит память. Еще интересна такая особенность. Видите, у памяти, причем она сделана в 2014 году, обе. Этот больше, они меньше становятся по размеру, хотя односторонние 4 гигабайта эти две штуки меньше делают, а это еще меньше кристалл. Ну какой этих процесс используется, по-моему, они скрывают, не говорят. В общем, к этому модулю я его хотел показать. Kingston 1,5 вольта, не 1,35, как сейчас делают, потому что ну, не так много потребляет память, поэтому лоу этот 1,35 не очень вижу в нем смысла. Там какая-то может несовместимость возникнуть. Модель называется KVR16N11.8. Двухсторонняя. Видите, с двух сторон. Все примечательно, только маленькие чипы и высота маленькая. Это как бы говорят, как будто чтобы кулер не мешал, радиатор охлаждения. Но мне такие не встречались, чтобы они так низко заходили. Эти на самом деле не такие высокие. Высокие это с радиаторами еще, которые кверху торчат. Вот, но попалась эта планка. Я все-таки решил, думаю, ну ладно, пускай постоит. Посмотрим, как она будет работать. И гарантия на нее нормальную дают. 5 лет. Фиг знает, что уже будет через 5 лет-то. Уже и страны не будет, надеюсь, этой бандитской. Сделано все аккуратненько. Частота 1600. Частота, по моему опыту, вообще особо не влияет ни на что. 1300-1600 можно разгонять. Очень маленький прирост там получается. Нету этого яика дурацкого, который пихают везде. Як этот. Сертификация. Мне интересно, что эта сертификация делает. Ничего не делает. Типа говорят, сертификация, даже должны какие-то люди сидеть и что-то там проверять. Это просто я наклеечку лепят и с людей лишние деньги берут. Какой-нибудь очередной налог такой, короче. Так что если цена у нее такая же, как у этих вот больших модулей, поэтому по мне вот такое берите, если захотите, такое уж очень, ну просто вам понравится, ну тогда берите, в общем-то. Работает он нормально, сделан нормально. Ну единственное, я опять свои доработочки могу предложить, потому что если я ругаю, то идеи у меня своих навалом, как все поправить, я бы сделал. Оперативная память, она немножко тяжеловато вставляется. Ее бы сделал в два этажа, как бывают на ноутбуках. Да, такая есть уже, маленькая, судим, и два этажа модули. И, ну, места хватит, вы видите, что для двух здесь хватает. И контакты, и сделать тоже в два этажа. Были такие, то есть там идет дорожечка тоненькая, потом площадочка. И он будет сначала, значит, 100 контактов вставляется, усилия меньше.
а потом еще следующий 100, и будет плавненько. И не надо было делать вот это вот дерьмо, как с DDR4, пластик конусом. Ну, конусом вот так вот вставляется. Сначала даже не понял, дебилоиды. Просто нужно было два этажа сделать контакты друг над другом или просто заточить кончик. Есть же какие-то платки, затачивают. То есть затачивается, он постепенно разжимает, и все нормально встает. В общем, все. На этом заканчиваю. Обзор был. Так, это уберем. Кингстона DDR3 1600. DDR4 мне пока не попадались, потому что у меня AMD, у них нифига по DDR4 нету. И сейчас вот выйдет, говорят, осенью выйдет процессоры. Я не очень верю, что там у них что-то такое зашибатое выйдет. Поэтому есть такой средненький процессор. И ладно, все, спасибо, пока. Это был Истинный Следователь. Слава прогрессу науки мне и вам. Если вы меня смотрите, то просто ваш IQ зашкаливает, бесконечным становится. Пока.